Ну что же, немного непривычно видеть Арсения Федотова не в конце списка, а после него мы посмотрим еще две произвольные программы, но в то же время так и закаляется характер, нисколько не куется, потому что что-что, а характер то Арсения есть. Как есть и прекрасная программа под обработку легендарной, замечательной, вечной музыки Петра Ильича Чайковского из «Лебединого озера». Арсений Федотов, двукратный победитель первенства России среди юниоров на льду. А он рискнул. Четверноводц. Четверной тулуп. Четверной сальков. Браво! Знаете, как это называется? Арсений Федотов. Это называется сорвать куш. Арсений Федотов сейчас запустил игру под названием «Сколько там у нас рекорд России в произвольной?» 200! Вот сейчас мы и посмотрим. Победитель произвольной программы на чемпионате страны среди взрослых Петр Гуменник за технику набрал 107,23 балла, при том, что у взрослых на один элемент больше в программе по сравнению с юниорами. Арсений Федотов сейчас этот результат превзошел. Да, будет еще. Возможно,
какое-то совещание технической комиссии, но я вот не вижу никаких проблем. Ну, возможно, вот здесь крохотная кушечка на четверном Сальхове, все остальное было сделано безупречно. На четвертый уровень вращения не посмотрел я, честно признаться, уровень на дорожке, но это так захватило, вот этот прокат, вот эта произвольная программа, вот эти три разных четверных. Луцтулуп Сальхов и все, без исключения каскады во второй части программы, безукоризненно. Фантастически талантливый парень, просто сумасшедший. Что он творит, описать словами решительно невозможно. Ну, я даже пробовать не буду. С каждым разом он повышает и повышает уровень собственных претензий и до этого уровня дотягивается. Программу набирает 180, мама дорогая, 104 все-таки, что-то там нашлось. Но тем не менее, 188,74 балла результат Арсения Федотова. И по сумме он взлетает уже на 276,13. Это заявка на золото. Участник занимает первое место.